знаете, я всегда восхищаюсь своей мамой. Для меня она самый лучший человек на свете. Она такой удивительный человек, что я даже не знаю, как это выразить словами. Это вот ее доброта, умение так расслабить обстановку, сделать всем хорошо. Это просто, я не знаю, как это выразить. И это так меня вдохновляет просто. И так хочется быть такой же, как она. И такие моменты, когда ты не знаешь, что делать, не знаешь, что выбрать, именно мама приходит ко мне и скажет что-нибудь такое, что вот он, ответ для меня. Мам, я тебя люблю. 8 марта для меня, прежде всего, это момент праздника. Почему я так думаю? Потому что всех нас в этот мир, как говорится, привела мама. Мы росли, она нам дарила любовь, каждый день ухаживала за нами. Поэтому один раз в год мы хотя бы уделяем нашим мамам время. В этот день мы делаем их счастливыми. Сегізінші наурыз. Бұл деген анан мерекесі. Егер де мен өз анам туралы айтатын болсам, бұл өмірдегі ең сүйкімді де мейірімді, ең жылы адамлардың бірі. Таңертең мысалы келгенде үйге, сен ең бірінші анаңды іздей бастайсың. Ол жұмыста мекен, үйде мекен. Ал егер де сабақта отырсаң, сен кішкентай кезіндегі бірге болған шағыңды еске аласың. Ал егер де осы мейрам туралы айтатын болсақ, мен ең бірінші анамды осы күнмен құттықтағым келеді. Оның жарқыраған көздерін, оның маған айтқан мейірімсіздерін, бұның барлығы сондай тамаша. Мен анашымды өте қатты сүйемін. Давайте просто прекратим утрировать. На самом деле забудем, что такое равноправие полов, всю эту феминистическую чушь. Ведь мужчина любит на земле только трех людей. И все эти трое женщины. Та, которая его родила, та, которая ему родит, и та, которая у него родится. В этот прекрасный день 8 марта купим цветы, конфеты, поедем к маме, к тете, к теще, я не знаю, хоть кому-нибудь. Вот так. Постучимся в дверь, обнимем нежно-нежно и скажем: «Мама, я тебя люблю». Мама, я у тебя появилась, когда ты была примерно моего возраста. И сейчас я начинаю понимать, как это было, наверное, тяжело воспитать ребенка, когда ты еще сам до конца не вырос. Но ты смогла, и благодаря твоим усилиям я такая, какая я сейчас. Я благодарна тебе за все, что ты мне сделала. Ты подарила мне жизнь и счастье. Надеюсь оправдать все твои надежды и надеюсь, что ты гордишься мной. Мама, я люблю тебя. Мама – самый дорогой человек в моей жизни. Но за повседневной суетой я часто забываю ей сказать об этом. И только сейчас, когда нас разделяют города, я осознаю, как мне не хватает тех минут, проведенных с ней, той теплоты и заботы, которую она мне давала. И сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать, я очень люблю тебя, мама. Говорят, что мама – это единственное божество на земле, не знающее атеистов. Let's face it, ведь так оно и есть. Для каждого из нас наша мама – это самое святое, самое сокровенное, что есть на этой планете. Мамочка, я тебя очень-очень люблю. Берегите своих мам. Well, you know, it's nice that you asked me what I think about Women's Day, because it's a good chance to reflect on the contributions that big women have made in our lives. And in my case, I can say that it was my mother. My mother actually was a very unusual woman, because in her time it was unusual for a woman to be like a professional person. And yet after she had four children and then decided to go back to school, she became a lawyer and then later became a judge, the first elected judge in that part of my state. And she went on to serve as a judge for 18 years. She was elected and then re-elected and then re-elected again. And I think this was a very strong message, because it showed that with perseverance and some hard work, you can accomplish your goals in life, even if they're not so common.
In her case, it had never been done, a woman doing this work. And it's especially hard, I think, when you've got a family. So this was a nice example of maybe doing the unexpected and demonstrating that there is a wider range of roles for women than might have been the case traditionally. So on Women's Day, I think it's nice that we can consider and reflect on these experiences and maybe give some thanks and praise for the people who have had such an impact on our lives. Yeah.